Друзья, всем доброго времени суток, и в данном видеоролике давайте разберем еще одно интересное ICO. Это будет проект Around, и давайте вникать в его суть. Так вот, это первая бит-эстерилизованная рекламная сеть в дополненной реальности. А также что хочу добавить, что они, в общем-то, сейчас находятся на этапе токен сейла, который закончится через 47 дней на момент записи видео, и также сейчас действует бонус 30% на покупку их токенов. Более того, добавлю еще одну важную информацию, что они собрали уже soft cap, то есть минимально планируемые сборы, что, конечно же, очень-очень хорошо, потому что данный проект точно будет функционировать. Ну что ж, мы с вами пока двигаемся дальше и разбираем как раз таки суть данного проекта. Ну, прежде здесь тоже можем еще обратить внимание на то, что довольно высокие рейтинги у этого проекта на разных ICO-трекерах. Так вот, в общем-то, в чем же суть Around? Это дополненная реальность, которая уже готова ворваться в данный мир, в наш с вами мир, естественно, и по сути Around является проводником новых технологий, то есть это мобильное приложение для массового рынка, также специальный портал для рекламодателей, SDK и API-платформа для разработчиков. Важно понимать, что рекламодатели получают новый радикальный способ привлечения аудитории, но пользователи открывают для себя новую увлекательную цифровую среду, AR-разработчики получают огромный спрос на программное и аппаратное обеспечение. То есть, по сути, можем сказать так, что Around является полноценной экосистемой, объединяющей потребителей, также рекламодателей и AR-разработчиков на единой платформе. То есть реклама теперь уже больше никогда не будет прежней. Также давайте обсудим, какие же есть причины для покупки данных токенов ARR. Прежде всего, это партнерские соглашения с мировыми брендами. Также это бизнес-модель, которая строится на циркуляции токена внутри системы. Также стремительный рост рынка AR, то 65%. Также MVP доступен на iOS и Android. Кстати говоря, вот здесь мы можем найти ссылки, вы можете скачать, собственно говоря, данные приложения и поставить их на свой мобильный телефон, либо на iOS, либо на Android, опять-таки. Также важно понимать, что они предлагают инновационный комплексный продукт, и у них есть опытная команда с опытом разработки и запуска продуктов. Ну, про команду мы далее поговорим уже отдельно. Также важно понимать, что ARR используется для всех транзакций внутри системы, включая все рекламные платежи, доходы от социальной сети, магазина AR и глобальной карты 3D AR. Также здесь видно ссылки на документы, то есть white paper, это детальное описание проекта, one pager, одностраничное описание, также pitch deck и юридическое заключение, то есть кого интересует, вы это все можете изучить. А также давайте поговорим про платформу Around, то есть важно понимать, что каждый элемент платформы Around является, конечно же, частью большой экосистемы, которая при этом, понятно, что способна поддерживать передовые потребительские и также розничные приложения. И давайте разберемся, в чем же суть данной системы. То есть, что здесь есть? Это AR Maps, то есть, проще говоря, карты. AR Adnet – это рекламная сеть. AR Store – это магазин. И AR Social, то есть, это, по сути, такой аналог социальной сети, можно сказать. Теперь давайте разберем, зачем вообще им нужен блокчейн. То есть, понятное дело, что сейчас очень многие, в общем-то, проекты используют блокчейн, но не до конца понимают вообще, нужен ли он им. Так вот, данному проекту блокчейн нужен, поскольку он связывает все элементы проекта воедино. То есть рекламные кампании создаются в блокчейне и оплачиваются ARR, то есть это их токен. Также важно понимать, что бонусы в ARR выплачиваются пользователям, которые наполняют карту, но все транзакции через социальную сеть проводятся в токенах ARR. Кроме доходов от рекламы, также значительную ценность будет составлять так называемая аренда AR-карты с сторонними приложениями, также подключение их к рекламной сети. Но право на интеллектуальную собственность и конфиденциальность гарантированы смарт-контрактами. Ну и здесь мы видим как раз таки, в общем-то, схему взаимодействия, то есть в центре схемы находится ERC-20 блокчейн Core, то есть это блокчейн эфира, проще говоря. Также тут есть AR Social, то что я говорил, AR Map, AR Adnet и AR Store. И вот так вот они по кругу, можно сказать, между собой взаимодействуют, находясь при этом опять-таки в единой сети. Также что еще важно, здесь есть, в общем-то, возможность узнавать о новых скидках и предложениях по данному проекту. Также, в общем-то, здесь еще описывается, что данный проект переносит впечатление в мир дополненной реальности, то есть мир AR как раз таки. Также важно понимать, что вы можете заинтересовать окружающих своим предложением, если оно, конечно же, у вас есть, и понятное дело, что данное предложение должно быть в идеале еще и уникальным.
Следующее, что тоже важно отметить, то, что вы можете узнать, кто был здесь до вас, то есть кто был ранее, что, конечно же, тоже я считаю достаточно важным. Следующая важная деталь, то, что вы можете находить нужные вам вещи при помощи данного проекта, воспользовавшись поиском. Также, что здесь важно, вы можете радовать всех вокруг, то есть использовать данную платформу для удовольствия. Также еще добавлю, что можете помочь, как ни странно, бороться с преступностью, если вы, допустим, увидели какое-то происшествие, которое было преступным, вы просто делаете фото либо видео и потом отправляете это с помощью раунд. Публикация также может быть анонимной. Также здесь можно познакомиться с интересными людьми, которые, в общем-то, также увлекаются тем, что и вы. Также здесь можно быть узнаваемым в толпе, то есть сделать визитку, которая будет, в общем-то, отображать вас, и она будет, по сути, уникальной, и которая, естественно, будет применяться только вами. Вот. Также, что еще мы можем отметить, что с помощью данного проекта есть еще и возможность применять розничные магазины, поскольку раунд позволяет передавать пользователям системы таргетированную рекламу. То есть таргетированная реклама — это реклама со строгой выборкой. То есть, допустим, мы ориентируемся на, допустим, женщин, да, допустим, в возрасте от 25 до 30 лет, например, да, и также можем выбрать еще и, допустим, их семейное положение, можем выбрать их, допустим, даже место работы, можем выбрать город, что, конечно же, очень удобно, потому что чем более конкретная реклама, тем более высокая вероятность, что мы получим потенциального покупателя. Также торговые центры здесь также могут, в общем-то, применяться с помощью данного проекта. Также спортивные мероприятия можно тоже проводить с помощью данной сети. Ну и последнее, что здесь отмечено, это то, что вы можете, по сути, с помощью данного проекта формировать картину реального мира, которая происходит прямо здесь сейчас на наших глазах. Далее здесь сведения про партнеров данного проекта, мы это уже с вами обсуждать не будем, но потом идет информация про токен сейл, но токен сейл — это отдельная тема, и я как раз таки хочу ее затронуть уже в следующем видео. Пока же я с вами прощаюсь, тогда всем спасибо за внимание и до скорых встреч уже в новых обзорах.